Привет, с вами Миха, мы на канале «Похудеть бесплатно». Девочки, пятница, шагаю на море. Цветочки вам, мои любимые подписчики, за то, что вы меня цените. И хорошего настроения немножко. Так, рассказываю. Вы видели мой отдых яркий на море в Коблево. Ребят, приехал, вот видите, лоб подгорел. И чуть-чуть на ногах сверху, так как бы сильно не сгорел, но где-то прозевал момент, блин, где с лицом, видать, купались в этих волнах. Мы накупались вообще, как ненормально, ребят, 100 лет так не купался. Шикарные волны большие, вот что значит нету пирса. Смотрите, сделал я то, что хотел за этот месяц. Я приехал вчера, получается. То есть я приехал позавчера вечером, вчера утром я взвесился, у меня на весах было плюс 5,400, 5 килограмм 400 грамм. Но, опять же, это все левые 5 килограмм 400 грамм, потому что их у меня нету. Вот смотрите, я вчера, считайте, целый день пролежал, смотрел в компьютере, выходил один раз, вообще, без тренировок, просто тупо лежал, вернулся к своему меню, у меня кусок морковного торта был, яйца с утра, ну, обычное мое стандартное меню. И уже сегодня я встаю, уже 4500, понимаете? Блин, я говорю, а сегодня с утра я сел на йогуртовую диету. Все подробно отдельным видео сниму, чтобы вы понимали, как это делать, как не делать. Потому что многие, ну, делают много ошибок, потому что не понимают сами эти процессы. Я, который уже в этом, вы видите, я вообще спокойный. Я такой довольный, думаю, о, 5 килограмм набрал, ну, будет с чем экспериментировать там. А тут они, понимаете, просто лежал, ничего не делал, уже килограмм ушел. Сейчас увидите, на кефирной, на йогуртовой этой диете за один день по-любому тоже кило с чем-то уйдет, понимаете? И вот вроде было 5 килограмм, уже смотрите, уже 3 осталось за 2 дня, понимаете? А вы просто, кто не понимает эти процессы, ой, в панике, я 5 килограмм набрала, все, я опять толстая, я опять это, давай себя корить, и начинаешь потом, естественно, нервничать, наедать, а всего лишь, а некоторые начинают голодать, и это неправильно, я не раз доказывал это. Вы не должны, вот смотрите, я пришел, и я не голодал, а я кушал, нормально кушал, 2 раза пельмени ел вчера, вот понимаете, и все нормально, и минус килограмм, ребята, вы просто как не слышите, я вам объясняю, голодать нельзя, переедать нельзя. Все, держите свое меню, и вас ничего не победит, никто не победит. Ребят, не все так сложно, я же уже 1000 раз объяснил. Вот сейчас Маруся мне пишет, о, я тоже на воде вот это, сижу, ничего не хочу есть. Вы как не понимаете, если вы ничего не кушаете, у вас что происходит? Организм стрессует и бастует. И только потом вечером ты ложишь в рот еду, он сразу ее отправляет в жир, запасы. Вы поймите, если вы хоть по чуть-чуть будете жевать по своему графику что-нибудь, я не говорю вам там объедаться, но можно 2 вот таких яичка съесть с утра, никто не умер, ни один человек. Маленький бутербродик съесть там в перекус, сыра кусочек с кофе попить, можно же это сделать? Нет, я буду ходить голодный до вечера, а потом скушаю каплю, я не знаю, картошки, блин, и все, и мне все это идет в жир. Ребята, ну, я не знаю, как вам уже объяснять, понимаете, тем более, люди меня смотрят уже некоторые больше 3 лет, наверное, и никак не могут разобраться со своим питанием. И это. Я говорю, вот я вчера лежал после такого большого праздника, вот мы за 2 дня с пацанами, ну вот все было, пиво было, коньяк был, вино было, водка было, шампанского не было. Не было шампанского, а так все было. И ничего, все нормально. Живые, здоровые, красивые, блин, худеем, блин, на глазах. А все остальные набирают, понимаете? Потому что эффект не от того, эффект, извини меня, мы кушали, получается, вот на том празднике, у нас был шашлык, у нас был рыба жарена, а помимо этого был хлеб черный, все выбрали черный, много,
кетчупы эти, сацебели всякие, вот эти соусы, сыры, все, все вот это, салаты, и все это мы намазывали, а были на хлеб. Плюс Валера полюбляет салка. Салка была вот такой вот кусман, мы съели на всех. При том, что Руслан сало не ест и мясо он не ест, понимаете? Мы купались, обжирались, пили, купались, обжирались, пили. И все, и что? Вот приехал, я говорю, и дома вместо другая бы, любая бы, сразу бы. Ой, вчера я так переела, перепила за два дня. Все, я голодаю, а я не голодаю и минус килограмм, ребят. И это никакая не фантастика. Я лежал дома специально, думаю, а ну вот посмотрю, что будет, если я не выйду, а буду лежать дома и кушать нормально. Все отлично, все работает, ребят. Все, чему я вас учу, все работает, все проверено на мне. Но вы этого не можете понять. Ой, я не могу. Что значит не могу кушать? Представьте, что это лекарство. Лекарство для похудения. Так и назовите его. Все, одно яичко съешьте на завтрак. На перекус, я говорю, кусочек сыра с кофе попейте. В обед супчика легкого возьмите, съешьте. Все, и вроде вы ничего не ели, понимаете, по калориям. Но по чуть-чуть организм получает еду. И он спокоен, он не нервничает, он жир не запасается. Особенно летом, это легко сбрасывать, вы сами понимаете. Но у нас же как, летом тоже. Ой, я ничего не ем, а потом вечером наелась персиков, абрикос, груш, все сладкое, все углеводное. Ну и потом думаю, откуда жир, я кушаю одни овощи, а набираю и набираю. Ребят, давайте, думайте головой, я вам все объяснял, все вы все смотрели, будьте умнее, ну, в конце концов, ну сколько можно вот это глупостью заниматься. Я вчера полдня не ела, а сегодня я еще, говорит, сутки, пишет мне Маруся. Я говорю, что ты делаешь? Ну пусть, короче, да, с Марусей спорить, она вот такая себе на своей волне, хорошо, что я с ней переписываюсь, бо так бы мы уже давно поругались, если бы вот так я бы ее встретил где-то на улице, я бы, я как напхал бы этой Маруси, я бы ей объяснил, как она худеет, а как она не худеет. То она рассказывает, что она вечером, ночью пирожки доедает, то она сидит на воде, ну сиди. Нету слов, нету слов, не хватает. Так, что теперь? Смотрите, сегодня проведу йогуртовый день. Я все записал, сколько встал, сколько это. Короче, получается, буду только один йогурт домашний свой натуральный пить и воду. Больше ничего не буду пить. Не знаю, получится у меня, не получится. Потому что вот я позавтракал и думаю, ну такой. Я обычно завтракаю, ну, как минимум 2 яйца сухие, да. А сейчас на одной чашке 300 грамм йогурта. Ну, с другой стороны, сознание не теряю. Просто сейчас я иду на тренировку, а вот после тренировки у меня вечно жор такой. Прям, знаете, ну, организм поработал, хочет получить назад калории. Ну, как бы вы видите, я выбрал такую хитрую технику. Я не голодаю его, не мучаю, а вот посмотрите видео, потому что в йогурте на самом деле есть все. Белки, жиры и углеводы. Организм полностью получает всю порцию, просто он ее получит чуть-чуть меньше, там где-то на 1000 калорий, а у меня питание где-то на 1800, даже меньше, чем наполовину, чтобы он не голодал. И плюс это будет одинаковый, один и тот же продукт, желудок не будет напрягаться, а тихонечко переваривать, плюс кисломолочка полезна своими бактериями. Короче, думаю, какой-то результат мы получим и вам, естественно, скажу. Но опять же, вот если я уверен, что результат будет, но если вы будете делать, я не рекомендую, опять же, не советую делать вот это, там 5 дней потом сидеть, сходить на этом кефире, чтобы похудеть. От этого не худеет. Это сбрасывается на самом деле вода, немного организм очищает. И там, ну, по пару сотен грамм за пару дней сбросить жира. Остальное все это не жир. И как только все эти монодиеты заканчиваются, то потом жир, ну не жир, а углеводы обратно набирают воду, и вы опять становитесь круглым, на самом деле. Ничего они, эти монодиеты, не помогают. Только изматывают и портят настроение. Вот представьте, сидеть там 7 дней на кефире. Ну, я еще и почему кефир? Я мог кефир сделать. Но я такой подумал, что
кефира кислотность, ну, он кислый довольно-таки, а йогурт он чуть послаже. Вот я даже вот позавтракал, это не мой завтрак, и я вот закончил завтрак и чувствовал немного вот тут, ну, кислоту, потому что бактерии перебродили, кислинка вот эта появляется. Поэтому я доволен, что я выбрал не кефир, выбирайте йогурт и ряженку, оно будет лучше. Но опять же, если вы ее покупаете, смотрите, обязательно, чтобы они вам не набузовали тогда крахмалы и сахара. Смотрите по углеводам, если будет у вас там 5 углеводов на 100 грамм, 5, ну 9, 10, ну это нормально. Нет, даже 10 уже много. Хотя бы старайтесь 5-7, это нормально. А остальное все должно быть белки, жиры, тогда можно применять. А если там написано в 100 граммах 15 грамм углеводов, то это вам напхали туда уже какой-то глюкозы, сахарозы, мальтозы и сухого молока и так далее, и так далее. Все, мои дорогие, я почти пришел, позанимаюсь, ну, не прощаюсь, как обычно. Давайте покажу вам, какое сегодня море. Каждый раз мы заканчиваем на море. Все, давайте, позанимаюсь, сейчас море покажу. Все. Аж вспотел. Позанимался. Вот вам дельфинарий Немо наш. Народу полно. Рыбаки есть. Купающиеся есть. Спортсменки занимающиеся есть. Все на месте. Красота. Ручек небольшой. Красота. Девочки, займитесь собой. Запомните одно, все, что вам надо запомнить, вас жир у вас в голове, понимаете? Если вы контролируете своей головой, как он к вам приходит и как он от вас уходит, у вас будет все хорошо. Вы не должны его бояться. Праздник так праздник, гулянка так гулянка. Ничего страшного, все оно выйдет. Оно не может вас задержаться, перевариться. 2 килограмма еды в 2 килограмма сала никогда не переваривается. Это всего лишь 100-200 грамм может вам пойти. Остальное все выйдет. Вы сами знаете, как после праздников хорошо в туалет ходить. Поэтому не бойтесь праздников. Просто, ну, по возможности старайтесь меньше на праздники есть углеводов, но обычно это невозможно. Не знаю, у меня не получается. Я, конечно, мозг пока полностью алкоголем не затуманен. Я контролирую поменьше хлеба, побольше там сала, мяса, рыбы, кушать зеленуху любую. Смело можете кушать. Так, все. Такая вот, ребята, погода нормальная, люди купаются, море теплое, ну просто еще рано сейчас только, я не знаю сколько, сейчас, секундочку посмотрю, вот вам цветочки по привычке. $7.56, ну так, встал раненько, приехал, позанимался, сейчас прогуляюсь назад, пока прогуляюсь, отдышусь, приду в порядок и вперед домой заниматься делами всякими. Завтра на работу. Ой, не знаю, сейчас получается приеду, ну там в 9 часов, 9:30 перекус у меня будет опять йогуртовый, и тогда я узнаю, буду я
стонать до вечера или нет. Потому что, знаете, как после тренировки, я говорю, прямо хочется кого-нибудь съесть. Вот вам, смотрите, вот луна. Видите, какая прикол? Вот луна, а вот солнце. Тынь, тынь, тынь. Прям эффект, как будто они на одной линии, да? Спрашивается, если луна на прямой видимости от солнца, видите, почему отражается тень Земли на луне? Потому что я смотрел тоже передачу, там рассказывали, это такой эффект есть, я уже не помню, как называется, но на самом деле все равно Земля больше Луны, и она перекрывает ее частично, просто нам из-за таких больших расстояний это незаметно. Все, мои дорогие, помчался я домой, есть куча дел, пишите ваши комментарии. Жду лайки, отзывы, улыбочки. Приветосики всем. Пока-пока. Ищите нас на ютубе под хэштегом Жирукопец. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.